это абсолютно обыденно и нормально. Эти ребята без серьезных притязаний и понтов, в отличие от другого испанского клуба, но ни в коем случае не обижает. Золотой дубль, чемпионат и кубок у нее в кармане. И теперь основная задача матч будет домашний. Олосабаль, Оер Олосабаль. Как здесь никого, только игроки Леванте, и удается им разрядить ситуацию. Марк-Андре Тер Штеген в воротах под первым номером. Том и Джерри. Энис Барди, македонец. Джерри, и он же Еремина, номер 24-й колумбиец, высоченный защитник. Нельсон Семеду справа, номер 2-й тренер Леванте. Всех представил, смотрим футбол. Повторюсь, здесь на данный момент даже с этой серией из 7 побед в 9 матчах мы видим, что настрой у Барселоны какой надо, наисерьезнейший. На Рохер Марти. Мяч отбирает. Рост для центрального защитника — это не всегда хорошо. Быстренько. С Леванте 4-летний контракт. Еще один момент. Перекладина. И не было. Не было положения вне игры. Ну, просто проходной двор. Пока у Барселоны в обороне. Бускетс. Там паника даже какая-то пошла. Сейчас македонец Энис Барди обязан. Китич. Давненько не приходилось Барселоне отыгрываться. Да, вот так удалось отыграться с 0-2. И то только благодаря выходу Лионеля Месси. Нельсон Семедо ушел легко от соперника. И тут тоже должна быть желтая карточка, да? Ее получает Трапилс, француз. Там еще не успели расположиться правильные игроки Барселоны. И сама подача получилась у Усмана Дембеле. В Валенсии, разумеется, тоже. Сейчас, как выйдет на поле, услышите, какой гул пойдет по трибун. Хоке. Прошла передача. Барди. Моралес. Компания. Барди. Прострел. Банте воспользовался тем, что Барселона играет в меньшинстве. Зельтой. На выезде тоже помучит. Бускетс. Пике. Оставил мяч в поле. Буатенго приедет в сборную Ганы. Будет всем рассказывать. Иньеста. Иньеста. И тут три сразу. Луис Суарес. Пробит. Марти показывает, что попал в руку. ЮАР. Сразу Леванте начинает с атаки. Компания. Удар. 3-1. Вот это да. Вот это да. Это Барди. Энис Барди, македонец, в первом тайме Барселону простил. Из убойной позиции попал в штангу. А через 40 секунд... 12-й в опорной зоне компания 24-м. Вот это выражение. Буатенг делает хет-трик. Ошибается Иван Ракитич. И опять побежали. Но Леванте просто в удовольствие вот так бежать на скорости. Столько свободного пространства. Передача. 5-1. 5-1. Боже ты мой. Какие-то ряженые сегодня ребята вот в форме Барселоны вышли. И опять атака через центр. Энис Барди, македонец. Сегодня вся Македония будет гулять. Убирается до мяча. Ну, времени еще. Альти взял Лигу чемпионов. Бускетс получает желтую карточку. У меня тоже была похожая история в матче за Суперкубок. Помните, когда Барселона... И пошел пенальти исполнять Луис Суарес. Положить, что так весело будет в последней игре. Испанского Шракитичу, он штрафной, хорват, передача. Суарес забил свой 25-й юбилейный мяч. 5 забито у Леванте, и Валенсия выиграла именно с этим счетом. 5-4. Сегодня, если выиграет, то, наверное, 6-5 или 7. Как номер на спине у Антонио Луны. Компания. Идет исполнять этот стандарт. Но вот раз уж тренд такой есть, Барди, он в чужой штрафной. Альба сыграл против Куина и уверенно. Тренд, что на С вперед забрасывает мяч. Но здесь Семедов обладает хорошей скоростью.
И Барди на поле. Тот самый Рубен Рачина, которого... Рикошет, Семеду. Барди, положение вне игры. У македонского полузащитника. Выше всех Постиго. Выпрыгивает Барди. Не сумел мяч обработать. Же линию Барселона не смогла. Ну, а эту радость игроков Леванта, они как будто выиграли сегодня кубок. Они заслужили эту смерть. Все-таки эту серию прерывает Валенсии на Сьюта. Зрелище. Три мяча Эммануэля Буатенга, три мяча Филиппа Каутиньо, дубль Эниса Барди и его пятый гол. Было все. Испанию не только на матч-ТВ и каналах футбол. 5-4 Леванта обыграл.